шел на службу и вот увидел такую картину. Но, к сожалению, даже вот от волнения микрофон забыл включить. Хлеб под ногами – это ужасно. Я понимаю, что люди голубей кормят, понимаю, что это отходы. Но вот голуби поклевали, остальное попирают люди ногами. Это нехорошо. Никогда русский человек к хлебу так не относился, чтобы под ноги швырять. Потому что русский человек от земли рос. Он на земле трудился. 90 с лишним процентов нашего населения это всегда были сельские жители. Это были крестьяне, которые знали, что такое посеять, что такое вырастить, жать, молотить, потом молоть и потом печь. Они знали, как хлебушек, каким трудом достается. А сегодня хлеб стоит столько, сколько какой-то синтетический сникерс из пальмового масла. Сколько должен хлеб стоить, чтобы его под ноги не швыряли? 50 рублей? 100? 500? Пока хлеб есть, голода нет. Но какое у нас отношение к хлебу? Это просто вот то, что сердце волнует и возмущает. Я к человеческим грехам отношусь снисходительно, потому что врач не должен брезговать. И я сам, в конце концов, тоже не ангел, я человек. Но вот такие вот вещи, они просто возмущают. Остался у тебя хлеб, высуши его. Отнеси в любой частный дом, где есть у людей куры, домашний скот, птица. В городе это далеко не надо даже ходить, у нас частного сектора очень много. Люди счастливы, довольны будут этим, и ты не совершишь. Ну а если хочется птичек покормить, во-первых, не возле храма, потому что они все-таки фасад портят, загаживают. А во-вторых, конечно, не на асфальте, не под ноги людям. Да и птицам-то поклевать по камню крайне вредно, клювы сбиваются. Вот где-нибудь в палисаднике, на землю, возле своего дома, пожалуйста. Вот так вот. Мысли по поводу. Шел на службу, такое увидел, так взволновался. Потому что вижу не первый раз это. У нас это не первый раз. И даже не придется за камерой сходить. Ну, надеюсь, что те, которые это видео увидят, над этим задумываются.